Берегоукрепительная кампания в городе Черноморске под угрозой срыва. По словам местных депутатов, работы сейчас фактически заморожены из-за отсутствия полноценного финансирования. Государство помогло частично, а возможности местного бюджета ограничены. Мы сегодня понимаем, что до осени, скорее всего, уже этот проект замороженный, потому что денег нет в бюджете. Так как обещал Держбюджет помочь, он помог частично. Он перечислил 42 миллиона, которые уже успешно освоены. И больше денег нет. На последней сессии мы выделили 5 миллионов, но 5 миллионов это как мертвому припарка, который закончится буквально такими темпами, как осваивает отдел капитального строительства, ну, пускай через месяц. Теперь, говорит депутат, берегоукрепительные конструкции уже и сами деформируются, а на полное завершение работ требуется более 100 миллионов гривен. К тому же даже сейчас, когда работы еще не завершены, прямо над свайным рядом появились частые домики для отдыха. Процесс строительства свайного ряда как раз осуществляется, то есть он не закончен. Даже если свайный ряд закончен, то на свайном ряду не имеет права по закону частник выстраивать свой бизнес, то ли это коттеджи, то ли это дома. Здесь сегодня вы видите, что без разрешительных документов человек просто оккупировал свайный ряд, ставит, привез свои домики. Мы, как городская власть, об этом ничего не знаем, никаких согласований никто не получал. Депутат намерен через профильные комиссии, исполкомы и своих коллег добиваться демонтажа этих строений. Он отметил, что буквально в сотни метров от этого участка находятся печально известные улицы Морская и Приморская. Обе с 2016 года активно всползают вниз. Разрушены уже несколько десятков домов.